для того, чтобы заглядывать на много лет вперед, совершенно не годится ни современная политика, где надо каждые 2 или 4 года думать о перевыборах, ни акционерное общество, где приходится каждый квартал отчитываться перед акционерами. Уинстон Леонард Рэндольфович Спенсер Чёрчилл сказал: политический деятель думает о следующих выборах, государственный о следующих поколениях. Если проект полета на Марс действительно будет осуществлен, это значит, что в мире возникло новое поколение государственных деятелей. И России, несомненно, надо участвовать в этом проекте. Во-первых, потому что только мы располагаем технологиями, необходимыми для его осуществления. У американцев с космическими технологиями дела обстоят намного хуже, чем у нас. И во-вторых, потому что нам тоже пора переходить от политического мышления к государственному.